Добрый день. Сегодня мы будем рассказывать про бензиновая коса БК-1980 калибр. Сколько? Год или два? Или сколько ей год? Три, но работала она два на покосе. Вот. Коса хорошая, у нее только двигатель, можно так сказать. Резьбы одноразовые, то есть 3-4 резьбы уже полетело, на редукторе полетела резьба. Вот проблемы были с карбюратором, с запуском. По-моему, и остались. Вот, они остались, но как бы раньше заливало, сейчас наоборот. Что ему надо, никто не знает. Ремонту никто их не ремонтирует. Я сам разбирал, вот, видимо, как-то более-менее удачно собрал, надеюсь. Сейчас он заводится таким образом, заливаем в него пол спеца бензина. Потом он заводится. То есть вместо свечи ты, получается? Ну, свечку выкручиваю и заливаю. Если нам повезет. Почти три лошади. По-моему, заявлено, не соответствует. Потому что особой разницы, что вот косили, давал я знакомым, у них меньше лошади, и косили этим, сказали, разница почти не ощущается. Чуть-чуть побыстрее. И все. Ну, чем хорош, что он вот с редуктором прямой, вал, там ножи, леска в комплекте. Да, ножи, но леска я пользуюсь редко. Кстати, катушка на нем просто одноразовая, за полчаса она разлетелась на части. Угу. Вот. Так, ну, в принципе, если бы сейчас брать, я бы взял самую дешевую китайскую, ну, потому что, за исключением движка, пока, да, еще не срок, он 2 года отработал, никакой особой разницы я между ними не вижу. То же самое Заглох. Ну, хоть завелся. Гадип. Гадип. Ну давай, удачи. Всего доброго.